В музее природы открылась выставка яблок. Урожай этого года проинспектировала Скирман Тевальчута. На выставке представлено 300 сортов яблок. Такого изобилия в музее природы еще не было ни разу. Каждый год селекционеры выводят все новые и новые сорта. Кажется, что яблок у нас бесконечно много, и уже нам ничего не надо. Но если посмотреть на большие сады, которые поставляют яблоки в магазины, то у каждого сорта есть свои недостатки. Местным еще есть над чем трудиться, потому что мы не можем автоматически перенять южные или российские сорта. Им латвийский климат не подходит. Потребители предъявляют к яблокам высокие требования. Они должны быть не только ароматными, вкусными и красивыми, но и хорошо храниться. И уже есть латвийские сорта, которые хранятся до нового урожая. Жителям Латвии больше нравятся все-таки сочные яблоки. Они не любят те твердые, которые привозят из Голландии и из южных стран. Но у них есть большое преимущество. Они долго на полке хранятся, потому что твердые. Но когда грызешь такое, то порой непонятно, то ли яблоко ешь, то ли морковку. Нам все-таки больше по вкусу латвийские сочные кисло-сладкие сорта. На выставке также впервые можно посмотреть сорта с мелкими плодами. Они специально выведены для сока. А еще вниманию посетителей представлены 40 сортов груш. Продлится выставка до воскресенья. Скирман Тевальчута, Бундес Филманис, телекомпания ТВ5. Завтра в Риге во второй раз стартует фестиваль молодых вокалистов «Рига Симфони». Мария Кобызева расскажет больше. В фестивале примут участие более 200 музыкантов из 27 стран мира. Фестиваль песни. Песни фольклорные, песни популярные, песни латвийского композитора, академической песни, оперной песни. Все, что связано с вокалом, все будет представлено здесь. Этот фестиваль – хорошая возможность показать себя и свои таланты. Буду петь новую песню «Спокойной ночи, Рига». Среди приглашенных гостей такие музыканты, как Янис Стейблс, Нормунс Рутулс, Лена Кэнди, дуэт Двинес и многие другие. Фестиваль откроется завтра в отеле «Редисон Блу» Даугава, а завершится гала-концертом в Доме культуры «Земельплазма» 8 декабря. Прогноз погоды, новости экономики и спорта прямо сейчас, а затем на